еще хочется сказать несколько слов про исцеление безусловной любовью. Поэтому прежде чем браться исцелять безусловной любовью своих близких, мир, исцелите сначала себя. Разрешите себе любить себя. Осознайте, что любить себя – это естественно. Не путайте с себялюбием это и эгоизмом. И ставьте себя на первое место. Слушайте себя, задавайте себе вопросы. Я хочу этого? Или я боюсь показаться плохим? Наше высшее Я находится в пятом измерении и любит нас, безусловно. Всего 30% максимум нашего высшего Я воплощено здесь. Задумайтесь над тем, что вы исцеляете себя не какой-то там далекой, недоступной, безусловной любовью, а вы себя исцеляете сами с помощью своих же высших аспектов, то есть с помощью своего высшего Я, которое есть как аспект проявления безусловной любви через нас. Вспомните, как вы себя любите безусловно. И откройтесь этому родному ощущению.